За первые 6 месяцев текущего года сотрудники службы судебных приставов более 5200 раз предотвращали пронос в здания судов запрещенных предметов. Посетители пытались пройти с огнестрельным оружием, таких случаев было 10, с газовым и травматическим оружием, зафиксировано 200 подобных эпизодов, держали при себе боеприпасы, их было обнаружено почти 300. Также было предотвращено попадание в здания судов 30 электрошоковых устройств. 34 иностранных гражданина были довезены до пунктов пропуска через государственную границу России, а органам внутренних дел была оказана помощь в розыске и задержании 54 человек, скрывавшихся от органов дознания, следствия или суда. Валерий Бобкин, 41 канал.